В Архангельске огнем уничтожен ресторан японской кухни «Якида». Сегодня около 6 часов утра на центральный пункт пожарной связи обрушился шквал звонков. Звонили очевидцы пожара. Горел ресторан японской кухни «Якида». Он расположен на первом этаже пятиэтажного здания, пристроенного к жилому дому. Поступили звонки на пульт 01. Значит, звонившие, звонков было очень много. Звонившие сразу сообщали, что горит некое помещение по Гайдара 44. Пламя наружу убивается. По прибытию первых подразделений, видно, да, за моей спиной, что полностью пламя выходило из витринных окон и приблизительно до окон второго этажа. Значит, звеньями ГДЗС был пожар протушен, административное здание, которое находится выше 4 этажа, проверено, людей не обнаружено. Ресторан закрылся в полночь, поэтому посетителей и работников внутри не было. Уже сейчас можно говорить, что причина пожара – поджог. В сентябре «Якиду» уже пытались спалить. Через окно забросили емкость с зажигательной смесью, однако попытка не удалась. На этот раз поджигатели действовали более хитрым способом. Предположительно, злоумышленник проник в здание через окно. В одном из офисов на втором этаже при помощи перфоратора было сделано отверстие в полу. Через него с помощью резинового шланга и воронки вылили в помещении ресторана две 20-литровые канистры бензина. Для того, чтобы произошел объемный взрыв, достаточно было одной спички. В итоге помещение ресторана выгорело дотла, начиная гардеробом в подвале и заканчивая кухней и входными дверями. Другие этажи не повреждены. На месте работает следственно-оперативная группа. Сумма ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.